Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. В правительстве области заявили о готовности поддерживать сельхозпроизводителей. Вопросы оказания мер региональной поддержки сельскому хозяйству, а также молодым специалистам в сфере АПК, обсуждались на совещании в правительстве региона. Были озвучены предложения по созданию региональной программы поддержки по аналогии с программами для педагогов и врачей. Губернатор Александр Соколов подчеркнул, что необходимо принимать комплексные программы поддержки, которые были бы направлены как на развитие социальных гарантий работникам сельского хозяйства, так и на развитие социальной инфраструктуры. «Мы готовы поддерживать сельхозпроизводителей, особенно в сфере молочного животноводства, но в современных реалиях приоритет за глубокой переработкой», отметил глава Кировской области. Губернатор поручил провести экспертную оценку мер поддержки сельского хозяйства для дальнейшего их обсуждения при формировании бюджета на 2024 год. У кировчан один из самых низких требований к МРОТ. По данным исследовательского центра «Суперджоб», средний желаемый минимальный размер оплаты труда в Кирове должен составлять, по мнению жителей города, 36 200 рублей в месяц. В ноябре прошлого года эта цифра была почти на 1000 меньше. Но, несмотря на рост запросов, исследователи отмечают, что у кировчан один из самых низких требований к минимальному размеру оплаты труда. Меньшую цифру в России назвали только жители Пензы – 34,5 тысячи рублей и Ульяновска чуть более 36 тысяч. Напомним, Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. В эфире «Экономика». Торги на новогоднее оформление Кирова хотят провести в октябре. Сейчас перед профильными ведомствами поставлена задача составить смету на реализацию концепции новогоднего оформления. Выбрать подрядную организацию хотят в октябре, а завершить большую часть работ уже к 9 декабря, сообщили в горадминистрации. Идет ли речь в том числе о театральной площади, неизвестно. Отметим, что обычно новогодний городок на главной площади города сдают только в последних числах декабря. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика».